Доброе утро всем. У нас субботнее утро. Я только проснулась. Ой, боже, какая красота. Посмотрите, какая погода на сегодня. Прекрасная. Так, оставлю чуть-чуть открытой, пусть воздух заходит. Вот так выглядит мама, которая не спала всю ночь. Так, тем временем мое кофе. Что это за карандаш? Ё-моё, блин, что за срач тут у меня? Это сюда собирается. Мне, кстати, нравится эта машинка, потому что у нее есть еще вот такие насадки, и вы можете менять капсулы. Еще есть вот такая штучка. Это если вы хотите рассыпной кофе. Так, здесь у меня овсяночка. Готовится, сейчас на сахарочку добавить. А здесь у меня будут сырники. Творог, кстати, из нашего магазина русского. Именно не из моего магазина, из русского магазина. Так, посмотрите, как у меня красавцы получаются. Это же что-то. Я говорю девочкам, что у них сегодня ответственное задание. Соня догадалась со второго раза. Нет, с первого. Take two. Yes. У них сегодня задание почистить бейсмент и фронт-дор от какашек. Собачьих. Кашу. Сейчас. Так, Оливина у нас тоже завтрак. Овсянка с бананом. Да, Лива? Она больше знакомится с едой. Не то чтобы ест. Но все равно скажи, да? Учусь. Так, вышли мы тут на уличку. У меня Оливина сидит. Оливина! Директор. Тут работа. Сейчас я вам, ребята, покажу. У меня такая сумочка есть, смотрите. Сумочка садовода, я ее называю, вот новые перчатки у меня есть, такие классные. Мои работы на сегодня. Но я слишком разрабатываться не могу, потому что у меня в час уже поездка Маше и Сережке делать. В общем, мне нужно подстричь мою лаванду. Вот там у меня и здесь два пиончика начали расти. Вот это бурьян почистить. В общем, почистить бурьян и обрезать лаванду. Бурьяна не очень, видите, да, вид. Вот, и лавандочка моя. Все, это мой фронт работы. Кстати, у меня одна лаванда почему-то засохла, я так и не поняла. Вот есть свежие, видите, да? А есть вот эти вот засохшие. Я так их повырезаю, вот эти вот листья. Это тоже все надо повычищать здесь. Запалки повырастали, ё-моё. А вообще я не... Ну, как бы мне соседка сказала, как делать, я делаю. Поэтому, если вы спец по лаванде и знаете, как делать, вы мне можете дать совет в комментариях. No. Так, я тут на лежачке лежу, загораю. Смотрите, какая погода. Так, ну что, мы приехали сюда, вот в такой даунтаун. И теперь нужно найти этот медспа, потому что я что-то проехала, я ему не увидела. Вот. Сейчас покажу вам улицу, как вы видите. Вот такой вот даунтаун. Не бойся, Мария. Ну да, будет больно. А мы не так и проехали? Нет, мы тут проехали. Тут столько магазинчиков, посмотрите, всяких кафешек. Так, нашли. Давай, заходи. No need to be scared. I'll take good care of you, okay? All right. Let's see. And then, is her first name Maria? Okay. This one is... Just like that, but it's just silver with a diamond color in the middle. It's kind of hard to see, but it's like the stone is pink in that one, and that one it's white. Okay, this one is gold, like this, but a diamond in the middle. So it's gold. Something I can't remember myself, but. My ears were closed a couple of times. What are you going? Все, ждем. Сейчас Марию проколят ушки. Оливия, ты рано? Where are you in? I'm perfect.
First grade. Okay. I will soon be in second grade. Wow, very good. Do any of your friends have their ears pierced? One friend. One friend does? Okay. And another friend can be have jealous earrings when she will turn 8. Okay. Your ears, okay? Look straight at my nose. Okay, good. So here's your little cute earring. You ready? Good boy. Look at your sisters. Your job is going to be to hold still for me. Okay? Yeah, don't move, okay? Comfort. And we're getting it all ready and getting all your little wispy hairs out of the way. We don't want those in there. Can I cry? No. You can if it hurts, but it's going to be a pinch, okay? But you're pretty tough. I can tell that already. Here we go. You ready, dear? One, two, three. Big pinch. All done. Hello. Yeah, ow, huh? Mm-hmm. All done. All done on that good side. Job, let's get the righty done. Jimmy. That's so beautiful. All right, Mom, let's switch sides. Please don't trip on this. I don't know how you managed to. Oh, my goodness. It's so cute. It's adorable. No, no. Hand me, Jimmy. Three. Yep, I'm going to. You want to count it? Mm-hmm. All right. One, two, three. Big pinch. All done. Chow, chow, chow. Oh. Yep, you can say ouch, 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 because it's. Maria, sit a little bit on. I want a pinch. Your little mirror. Oh my gosh, so cute. Because I just have my ears pierced and it flips open that way you can look at them in the car. Okay? Mm-hmm. So I don't want you to play with your earrings. Don't touch them because our hands have... Так, в общем, мы приехали в Walmart, и только я могла забыть коляску. Теперь мне вот эту кабаниху придется таскать на руках. Она еще сонная такая. Блин, жесть. Олива, ты тяжелая. Оливию посадили первый раз в телегу, посмотрите. Мне кажется, она... Соня, Маша, ты открыла зеркальце? Смотрите, какое не зеркальце. Она открыла, уже сломала, ё-моё. Маша, это китайское зеркало. Так, ну нам нужна формулу для Оливии. Взять. Что это, сороки? За свои деньги. Оливия, скажи. Оливия не хочет, чтобы она останавливалась. За свои деньги. Окей. Окей. Такой бро? Да. Нет, не такое. Оливия не может сидеть. Софи, это окей? Окей, тебе надо двигаться, да, Люська? Смотрите, для кто вообще фанат, вот, да, вот кто взрослый, фанат Барби, смотрите, вот Пэрис Хилтон создала свою коллекцию. Розовое все. Кто хочет, девочки? Я хочу. Пойдемте. Мамочка. Смотрите, сколько мы уже всего накидали. Смотрите, какой Оливье не взяла классный слюнявчик для еды. Девочки тут одежду все накидали. Вот мы как раз в детском отделе. Пошлите, возьмем формулу. Так, я дома. Я выжила в этом шопинге. Посмотрите, у меня сколько покупок. У меня же язык заплетается. Потратили $300. Я купила... Ну, девочки еще купили себе одежду. В Walmart, и продукты, и Оливию купила, смеси, всякие прикормы, сейчас покажу, сделаю распаковку. Вообще, просто я устала, дорога утомительна, дорога туда 30 минут, обратно 30 минут, и сегодня я думала, что суббота, будет не так много машин. Давайте покажу мою закупку, что я купила, продукты у меня вышли на $150, и плюс одежда, сейчас покажу все. В общем, первое, что купила, вот Оливье, не вот такую поилку. Не помню, сколько долларов что-то было. Больше всего из этой закупки вытянули продукты для Оливии, потому что детская еда, она дорогая. Вот такие вот кукурузные палочки с 8 месяцев можно давать ребенку. Кстати, мы попробовали вкусненькие они, кстати. Вот такие две кашки даю, это на основе вкусы. Это овсянка с яблоком и морковью, это овсянка с бананом и... клубникой, в общем. Я думаю, она такое любит, я думаю, ей понравится. Взяли формулу, $45, баночка, вот. Учите, распишите, заплатите. И вот такие вот печенюшки, тизеры для прорезывания зубов. Тут аж целых 36 штук, по-моему, $12. И индюшиные котлетки, турки. Индюшка, да. В общем, такие котлетки взяли. А большая, смотрите, здесь... Сколько здесь вес? 3 лб. То есть 1,5 килограмма, да, получается? 1,5 килограмма фарша. Биф. Говяжий фаршик взяли. Филешку. Филешка в Walmart дорогая. Я беру обычно беркать, и там более приемные масла. Здесь
Такие два кусочка, вот вообще маленькие, смотрите, моя рука. $9 почти. Ну, не почти, а $9. Мои любимые два салата. Это baby spinach. О, май гаш! О, май гаш! And baby arugula, это рукола. Вот такие томатики, они такие, как сливки, вкусненькие. Крем-чизик. Вот, это пудра лука и пудра этого, господи, чеснока, пудра чеснока. $6 шоу-контент. Вот такая еще вот карточка вам. Большие фермерские красивые яйца. И, конечно же, шоколадные кексы. Обожаю шоколадные кексы. Хочу завтра на завтрак приготовить оладушки. И вот такие вот сосиски. Кто в Америке, вот эти самые вкусные. Из всех. Я много перепробовала. Вот эти самые вкусные. И вот слюнявчик. Когда она будет кушать, все будет сюда попадать. И, в общем, она останется чистой. Для девочки, в общем, Соня убрала себе белье. Ну, то я не буду показывать, обычное. Вот такой стакан. Это чей? Маша. Это Машин. Машин такой стакан. Да, Оливий. А топы, кстати, топы классные. Смотрите, блин, может, и мне такой купить надо? Так, я померю, Соня. Нет. Смотрите, какие классные топы, да, под джинсы. Мне кажется, вообще огонь. А Маша себе взяла такой же топ, только белый. Я два взяла. Они были по $8. Взяли, Соня взяла такую пижаму. Вот такие я шортики. Тоже. И вот такая вот кофточка. $15 пижамка была. Потом оливки я нашла. Платье, посмотрите, какая милота просто. Я уже жду лета. Оно стоило $6. Это я. Это Машина футболочка. Футболочка была у нас $7. А себе пижамку, посмотрите, боже, это просто милашество. И шортики тоже $15. Себе. А себе белый топ. Так, маме белый дай померить. Нет. Белый топ. И Маша себе выбрала вот такой купальник. Смотрите, просто это милашество. Маша тебя потянула на лавандовый цвет. Все мне обошлось в $300. Вот, сами считаете, дорого это или нет. Буду на этом заканчивать свой влог. Кстати, Маша, в общем, Маша прокололи уши, и за все мое удовольствие заплатили $45. Ну, немного, ни мало, не знаю, решайте сами, да? Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся в новых видео. Всем пока!